Что вы мне сейчас сказали? Пошла отсюда. Что вы мне сказали? Пошла отсюда, я сказала. Зачем вы материтесь на я меня? Я сказала, пошла, я не хочу общаться. Вы больная? Вы невоспитанная. Меня... Невоспитанная, да. Вы меня сейчас свою обматерили? Страну, свою страну. Ездили. Свою страну? Да. А вы свою страну хорошо знаете? Хорошо знаю. Сколько субъектов в стране вашей? Да я не знаю, где вы что пришли сюда? А зачем вы меня идите послали? Идите отсюда, вы меня обматерили, я с ребенком маленьким иду. А при чем тут ребенок? А при том, что вы меня обматерили, это вообще нормально? Куда молить меня? Надоели вы все здесь. Одна чернота, азиатка. Вот в свою страну езжайте. Вы свою страну знаете, сколько субъектов? Знаю, я, например, лично из республики Калмыкия. Калмыкия – это в состав России входит. Есть еще буряты, татары, башкиры, например. Это годится. Но вы меня зачем обматерили? На одно лицо вообще. Ну, а я что, вы бог, что ли, что вы должны решать теперь, что я должна светлой родиться? Я что ли, вы решаете? Да при чем тут это? Зачем вы меня обозвали чернота, видите, и обматерили? Я с ребенком маленьким сюда по делам пришла. Ну, идите по делам. Как это идите? Вы должны как минимум извиниться. За что? За то, что вы меня оскорбили. Я просто отмечала бы, значит, мешали. Я мешаю вам? Просто так, ни с того ничего я не оскорбляю. Как? Я спускалась по лестнице, вы просто чернота обозвали меня, обматерили и сказали, валите в свою страну. А вы воспитаны так общаться? Я вообще тихо спускалась по лестнице идите. С ребеночком. Вас никто не поддержит, на публику нечего работать. Я говорю, нечего на публику работать, никто вас не поддержит. Записывайте.